быть по Москве. Круто, круто, все куда-то спешат, едут, торопятся. Останавливаться нельзя. Театральный проезд один. Кто у нас что, гараж? Ну, наверное. Зеленый, успеваем. Какая делегация, наверное, экскурсия, да? Кто-то что-то втирает. А, он этот, экскурсовод. Ветерок, однако. Флаги развиваются, что-то какое-то здание. Театральный проезд 3. Вот такие автобусы ездят по Москве. Проводов нет. Электробус экспресс. Девушки модные. Воломужные. Это что, министерство? Эх, мы Кузнецкий мост не сняли. А вон там вот Никольская, по-моему, да или нет? Тоже какая-то пешеходная улица. Чистенько, хорошо. Вон какие тачки, все как одна, черные. Министерство транспорта Российской Федерации. Тачки все черные, черные. А, министры, да? АМР. Да, мне каждому тачку нужна, как же. Какой-то логотип. Что такое дебаркадер? Он разгрузки. Что-то мы как-то в гору идем. Вот напротив этого здания. А вот же детский мир был здесь, по-моему, да? Все тут. Это администрация. Центральный проезд 5. Здесь, по-моему, находится детский мир, куда мы как раз и идем. Центральный детский магазин. На Лубянке. Это электробус, кто не знал. Какой детский мир? Здесь вход. Здесь тетеньки продают мороженку. Ой, какие там мишки. Какой детский магазин. Смотри, как красиво. Вкусняшки продают, мармеладки, Барби, мечта всех девчонок, пасеки, какой дом Барби, круто. Обалдеть. Хочу всех этих кукол.
какие они классные. О-о-о. Тут уже для мальчишек радость. Динозавры, машинки, ниндзя. Там второй магазин, этаж магазина.